Крупную партию наркотиков в огнетушители перевозил мужчина под Красноярском. Дилер с замаскированным гашишем попался силовикам в деревне Сухая в 30 километрах от города. Кроме огнетушителя, оперативники нашли в лесу Емельяновского района тайник, который 35-летний житель Хакасии использовал для хранения наркотиков. Экспертиза показала, что это вещества каннабисной группы. Всего силовики изъяли 700 граммов. За незаконное производство и сбыт в крупном размере дилеру грозит до 20 лет колонии. Сейчас мужчина под стражей.